Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Извиняюсь за посторонние звуки, это у меня сосед сверху, соседка пылесосит, поэтому, но я думаю, что в скором времени она закончит. Надеюсь, что вам не слышно это все. В общем, здесь у нас два огромных бургера, я их приготовила сама, начиная от булочки, заканчивая котлеты, вот все я сделала сама. Увидела рецепт в ютубе, решила попробовать, получилось ну прям пушка, вот, и теперь я, скорее всего, всегда буду сама готовить вот такие вот аппетитные, классные бургеры. Зачем покупать их? Вот. Экономия. Посмотрите, как мягкая. Булочка такая мягкая. Прям пушка получилась. В общем, здесь у нас куриный суп, чтобы разбавить все это дело. Чай и немного зелени. Давайте приступим. Не будем томить. Приступим к супчику. Супчик приготовила мама. Я очень люблю куриный суп. Особенно здесь еще овощи, морковка, курица. Все вместе получилось обалденно. Вчера мы общались с одной девочкой. У нее свой вроде шоурум с разными вещами, одеждой, все дела. Она мне написала. Точнее, написала на пиар-аккаунт, договорилась, сказала, что вот, я хочу Айке отправить несколько нарядов в подарок. Регина спросила у меня, хочешь ли ты новые шмотки, тебе просто туда отправить, хотя там, типа, три наряда. Я так подумала, в принципе, ну можно. Согласилась. То есть не за деньги, просто чисто бартер. Она мне отправляет одежду. Я ее отмечаю в Инстаграме. Сегодня утром. Я так поняла, ее родственник. Или, возможно, муж привозит вещи. Я просто в шоке от вещей. Во-первых, вещи без этикеток. Видно, что не новые. Возможно, их кто-то носил. А возможно, просто они лежали очень долго. Где-то в каком-то подвале. Я просто смотрю на вещи и смотрю на страницу, которая предложила мне рекламу. И просто этих вещей, которые прислали мне, в продаже вообще нету. Я вот реально не понимаю людей, чем руководствуется человек, который отправляет блогеру на обзор поношенные вещи. Я не говорю о том, что какое-то уважение должно быть и все такое. Нет, дело не в этом даже. Я надену эти вещи. Ну, честно, не в первый раз сталкиваюсь с таким вот отношением, если честно. Вот, я, например, надену. Все скажут, подписчики, фу, какой ужас. Что за старые вещи на тебе? Вот кто перейдет по этой ссылке и закажет у вас что-то? Я позвонила девушке. Сказала, что я рекламировать вас не буду. Я говорю, во-первых, этих вещей нету. Во-вторых, говорю, это что за ужас? Что это за вещи такие? Потом она мне говорит, ой, курьер, наверное, что-то перепутал, дал вам не ту посылку. Я сказала, что приходите, забирайте, мне ваши вещи не нужны, рекламу я вам тоже делать не буду. Ну, представьте, если человек так относится ко мне, как он может вообще обмануть своих покупателей?
поношенные старые вещи, там, цепочка с Алиэкспресс, бижутерия. То есть вообще не предупредила. Но если честно, здесь есть доля вины и моей. То есть надо было конкретно спросить, какие вещи, дайте я сама выберу. Вот если вы согласны на те вещи, которые я сама выберу, то давайте. Если нет, то до свидания. Ой, как вкусно. Мягенькая такая булочка. Вот такая вот ситуация у меня с утра приключилась. Вещи до сих пор лежат в прихожей. Сейчас с минуты на минуту должен приехать курьер. Забрать это все обратно. Мне эта девушка говорит, не хотите делать рекламу, просто дарим эти вещи. Но мне-то они зачем? Старые поношенные вещи, которые я все равно носить не буду. То есть мне тоже они не нужны. То есть и в подарок не надо мне это. Я так поняла, мне неохота в лишний раз платить за курьера, чтобы он приехал, забрал. Но мне тоже эти вещи не нужны. В общем, такие ситуации тоже имеют место быть. И ты просто поражаешься. Я смотрю на некоторых людей и поражаюсь, насколько все люди разные. Лучок здесь у нас. Булка, конечно. И бургер, конечно, бомбические. Я думала, стоит ли добавлять еще и соус сюда. Потом в конце передумала. Сейчас думаю, хорошо, что не добавила. Я хотела сюда барбекю соус добавить. И так все сочно, обалденно. Я буду открывать новый бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Давайте перейдем к более позитивным моментам. Дарья Субботина задает вопрос. Айка, почему у тебя нету галочки в Ютубе? Вообще, Даша, ты права. То есть после 100 тысяч у всех может быть галочка. Просто нужно написать техподдержку, заявить о том, что ты хочешь галочку после 100 тысяч. Они проверяют твой канал и дают тебе галочку. Если у тебя не накручены подписчики. То же самое было с кнопкой. Чтобы получить кнопку, тоже нужно было обратиться в YouTube. К сожалению, я постоянно забываю про это. И меня как бы это никак не волнует. Но есть галочка. Нет галочки. Мне как-то, если честно, параллельно. Вот галочка в Инстаграме, вот ее бы я хотела. А в Ютубе я что-то, если честно, вообще даже внимания не обращаю, у кого есть галочка, у кого нет. Как-нибудь, да, надо заняться этим. Но я такой человек. У меня на телефоне до сих пор нет обоев.
Я уже год планирую поставить на главный экран обои. То есть у меня вот стандартные. Гляньте. До сих пор не поменяла, представляете? Это я планирую год поменять. Уж телефону год. А так я могу легко ее получить. Просто надо написать, там пообщаться с специалистом, подождать проверку. Вот в Инстаграме как бы я хотела галочку эту синюю. Хотя фиг знает. Я такой человек. Знаете, когда я ставлю перед собой цель, например, какую-то. Я вот, казалось бы, очень сильно хочу этого. Например, я добиваюсь этой цели, и у меня уже как будто... Нету такой радости. Я одно время копила на машину. Я очень хотела машину, я прям горела этим. Когда я накопила... Я резко расхотела машину. Но я подумала, что нет. Лучше однокомнатную квартиру куплю. Сейчас накоплю на квартиру. У меня начнется нет. Зачем однушка? Давай двушку. И так на протяжении всей моей жизни. Так что... Естественно, я, конечно, рада, что у меня 100 тысяч подписчиков, все дела. Но некоторые мои цели... Какие-то глобальные. После того, как осуществляются... Я, например, на работе еще хотела одну должность получить. Вот я получила. Я уже, если честно, задумываюсь о том, чтобы уйти с работы. Не то, что меня как-то там прижимают, или у меня плохие отношения с руководством. Нет, ничего подобного. Просто я сейчас в отпуске. У меня так по кайфу, у меня столько свободного времени. Но я понимаю, что в любой момент, если я захочу, я смогу вернуться на работу. Поэтому как бы хочется уйти в длительный отпуск размером где-то на год. Больше заниматься каналом, как-то отдыхать. Возможно, меньше работать, пожить как-то так. Я не знаю, я еще думаю над этим, но возможно, я в ближайшее время уйду с работы. Знаете, такое ощущение, что жизнь проходит где-то мимо тебя. Ты постоянно работаешь, постоянно занимаешься Ютубом, то, другое, десятое. Но Ютуб — это больше как хобби. Это пока что просто на уровне идеи. Не знаю, сделаю я это, не сделаю. И сейчас, возможно, некоторые подумают, что я как-то поссорилась со своим двоюродным братом. Абсолютно нет. Просто отдыхать тоже нужно. Я в отпуске, я ни о чем не думаю. Я начала качественнее снимать мукбанки, например. Но мне так кажется.
Нашла, где купить лобстера. Лобстер, в свою очередь, не подвел, тоже набрал очень много просмотров. В общем, когда ты занимаешься одним каким-то делом, на мой взгляд, это дело получается более качественно, нежели когда ты занимаешься несколькими делами. Например, видео с золотом Sunlight я бы не смогла снять настолько качественно, если у меня была бы работа. Все оно упирается во время. Я во время отпуска смотрю на аналитику, и у меня резко увеличилось число просмотров и подписчиков. Не то, что подписчиков, а просто в день подписывается очень много людей. Страшно уходить с работы, если ты не знаешь, сможешь ли ты туда вернуться. Здесь намного проще. Если мне не понравится, я могу обратно вернуться через год, через полтора. Поэтому вот такие вот мысли у меня есть. Не знаю, какое я приму решение, но я всегда стараюсь с вами делиться со всем, что у меня происходит на душе. Пишите свое мнение обязательно в комментариях. Не забывайте подписываться. Один бургер я прям наелась, съела супчик. На этом все. Всех люблю, целую. Пока.